А на Аляске из-за увеличения температуры вскрылись замерзшие реки. На кадрах видно, как ледяной поток быстро двигается по руслу. По инерции глыбы замерзшей воды могут в прямом смысле выпрыгивать из воды. Также такое явление чревато образованием так называемых ледовых пробок. Из-за заторов река может выйти из берегов и затопить близлежащие населенные пункты.